Я Наталья Скворцова. Сейчас вместе с вами приготовлю салат из 4 видов капусты. На самом деле в мире известно более 100 видов капусты, но наибольшее распространение получили 6 из них. Я сегодня буду использовать белокочанную, краснокочанную, кальраби и квашеную капусту. Для начала все виды капусты надо очень мелко нашинковать. Ну, начну с самой красивой, с краснокочанной. Перекладываю все это в миску. И приступаю к белокочанной капусте. Тоже перекладываю в миску. И нарезаю кальраби тоненькими-тоненькими брусочками. Перекладываю все это в миску. А теперь самый важный момент в приготовлении любого салата. Конечно же, это заправка. Я решила сегодня поэкспериментировать со вкусом. Для начала возьму московский провансаль. Не очень большое количество. Далее добавлю немножко сметаны, соевый соус, буквально несколько капель, свежемолотый черный перец, немножко соли, чуть-чуть совсем. Добавлю измельченный чеснок, кольца лука-шалота. Кстати, шалот прекрасно сочетается со всеми салатами, потому что вкус у него более нежный и изысканный, и не такой резкий, как у обычного лука. Добавляю в соус, очень хорошо все перемешиваю, и мне кажется, одно красное яблоко здесь совершенно не помешает, придаст свежесть нашему салату. Очищу от кожицы и тоже нарежу соломкой. Добавляю капусте. Добавляю квашеную капусту. Сначала хорошенько все перемешаю, а затем добавлю соус. Этот салат – настоящее буйство вкуса. Ну, посмотрите, твердая хрустящая капуста, мягкое яблоко и сочный соус. Добавляю его к салату и хорошенько перемешиваю. Ну вот и все, всего несколько минут у нас ушло на приготовление салата. Беру красивую тарелку, перекладываю горкой и сверху добавляю 2 перышка лука-сибулета. Ну вот и все, вкусный и невероятно полезный салат готов. Желаю вам приятного аппетита!